Всем привет, народ! Меня зовут Сергей Чернецкий. В предыдущем видео, там в одном из, я снял, как я три дня работал в Glovo на велосипеде. Сейчас я поеду работать в Uber. Правда, сумка у меня будет Glovo, потому что она, ну, она маленькая, где-то сумка большая. Ходит такой слух, что в Uber, короче, в Варшаве, в Uber, ну, нету заказов. И вот я там, когда ездил в Glovo, вот стоят пацаны. Ну, я спрашиваю, там, пацаны, вы там в Uber, в Glovo или в Uber? Они говорят, я там в Uber. Я говорю, и что, как? Он говорит, ой, все плохо, все плохо. Заказов нет, показывают мне там за целый день, за, там, ну, не знаю, ну, за целый день это там за 12 часов, 10 часов, там, сколько его хватает. Там он зарабатывает 122 злотых в день. 122 злотых. В принципе, ну, это тоже деньги, но... За целый день, ну, я, честно, я не верю. Я поработал в Uber, я сейчас вам покажу. Короче, у меня телефон просто на зарядке. Я сейчас покажу, сколько я в Uber сделал заказов до того, как я начал работать в Glovo. Ну, что-то около 2000 я сделал заказов. И я, вот, может, видно? Вот так, наверное, будет видно. Вот, ну тут в отражении 2333 заказа, 97% рейтинг у меня. Вот, надо как-то по-другому снять. Ну, я думаю, видно, да, что там 2333, вот это я, это мой аккаунт. И хочу сказать вам, что, ну, я не помню, чтобы вот в Uber было плохо. Ну, я просто в Glovo, мне понравилось то, что там чуть другая... система распределения заказов, и там, если ты вписался в часы, ну, ты взял часы в Glovo, ты взял часы, если ты взял их, то у тебя есть заказы, ну, практически по-любому, да, типа, а в Uber бывает такое, что, ну, вот бывало, что не было, там, допустим, заказов, или там много курьеров на линии, там, и, ну, меньше заказов, вот, и так получилось, что я начал работать в Glovo, и уже в Glovo как-то и работал, типа, да. Сейчас я сегодня я хочу выехать, короче, в Uber, хочу сегодня выехать в Uber поработать, завтра выехать в Uber поработать. Еще, наверное, понедельник тоже я буду работать в Uber и посмотрим, сколько что получится заработать профессиональному курьеру, такому, как я. То есть я, ну, я не скажу, что я капец там шарю в Uber, типа, но я думаю, что, ну, за 2333 заказа я могу что-то рассказать про Uber, да. Вот. Заряжаю сейчас все приборы, короче, все разрядил. Powerbank, телефоны все заряжаю, все заряжаю. Свой велосипед, электровелик заряжаю, уже зарядил, положил. Все заряжается, сейчас буду выезжать. Сегодня будет не полный день, сейчас 15:33. Пока доеду, я хочу поехать прямо в центр, короче, на метро. Сейчас тут я возле метро живу, сейчас сяду на метро, доеду до центра, и там буду ловить заказы. Ну и параллельно буду снимать, показывать. На самом деле ли нет заказа в Uber, или же просто те ребята, ну, скажем так, они сидят где-то там на окраине. Вот в этом и есть разница между Glovo, там Uber, Bolt. То есть, вот, если ты сидишь в Uber на окраине города, где-то в кущах, в кушерях, там, ну, понятно, да нет никакого ресторана. Ну, понятно, что ты ничего не за день, ты... абсолютно никаких заказов типа не сделаешь, да, потому что, ну, просто система тебе там, ихняя система уберовская, она тебе не даст никакой заказ никогда, если ты будешь очень далеко от ресторана. Вот, значит, мы сейчас будем ездить, я буду возить заказы, буду возвращаться на какие-то рестораны, и под этими ресторанами буду сидеть ждать. И я думаю, что, ну, я думаю, что сегодня, конечно, что-то я заработаю, но все-таки сегодня не полный день, плюс погода такая, ну, такая не очень, возможно, будет дождь. Часов до 10 по работе. Сейчас пока 30 минут я доеду. Это будет до 4-4.15. Ну, с 4 до 10 сегодня 6 часов. И завтра постараюсь, например, там к 10-11 утра уже будь. Если там под Макдональдсом, под рестораном и какими-то. И 2 дня мы еще поработаем, поснимаю вам. Но я не верю, что нету заказа. Ну как так, что нет заказа? По-любому, ну, есть заказы. Ну, такого не может быть, такого никогда не было. Я просто... Прикол в том, что всегда такая есть тема, что заказов нет. И в такси нет, и нигде нет, короче, заказов. Но когда все кричали в чате, что в такси нет заказов, а Вася Коляда, я как сейчас помню, Вася Коляда за неделю заработал там... Заработал 6 тысяч злотых за неделю.
в такси. Вася Коляда. Понимаете, в чем дело? То есть, а все пишут, заказов нет. А Вася Коляда за неделю 6 тысяч злотых заработал. За эту же неделю, когда у всех не было заказа. То ли Вася Коляда все заказы всех клиентов по развозу, то ли просто ребята, ну, действительно не работали или как-то, ну, неправильно там, ну, где-то далеко, или, ну, или просто не повезло, ну, не знаю. Поэтому я знаю, что это всегда, это мулька, она гуляет всегда во все времена, и зимой нету, бо типа зимние праздники, летом нету, бо летние праздники, все выехали на дачи на этот. Мы сейчас провернем этот миф и заработаем с вами нормально денег в Uber. Итак, народ, я уже на месте, короче, первый заказ есть. Сейчас пойду забирать, будем смотреть, что сегодня получится. Нормально, нормально, ну, заказы есть, видите, сразу, сейчас сколько, сейчас 16.23, я 5, ну, 5-7 минут назад приехал на метро. Один заказ я сделал, сейчас должен баланс обновиться. Это предыдущая поездка, это не то. О, 14.21 мне вот, 14.21, плюс сегодня есть бонус. За 6 поездок дополнительно получаете 25 злотых, короче. Я думаю, сделаю. Сейчас чуть постараюсь и до вечера должен сделать этот бонус. Быстро показываю, еще один есть. И перед этим уже 2 из 6, еще я один сделал. Сумма 2 заказа 28 злотых. Это третий сейчас будет. Еще один на километр, пока что на балансе 3,6, то что и было, по деньгам 37,26. Пришлось подождать чуть-чуть, но вот еще один заказ пришел. Еще один пятый заказ, 2,1 километра, но там такая дорога плохая, что просто, я не знаю, минут 30 ехать. Так, я сделал 6 заказов. Господи. Вот, плюс 25 злотых. 6 trips completed. Последний 6-й заказ вот был. Итого у нас на балансе. 6 заказов. 6 заказов плюс бонус 92 злотых. Еще один заказ сделал. Короче, заказ был что-то там 4,5 километра. Ну такой, я такие не люблю. Сейчас обновится. Обновится баланс, посмотрим, что по балансу, сколько дадут. Ну долго, долго, короче, в выборе обновляется баланс. Ну, сейчас посмотрим. О, есть. Сколько дало? Что-то аппликация, короче, 14.40 дало. Ну мало, за такой километраж большой, мало. Еще один есть. Вот это нормально, 1,5 километра, отлично, идеально просто. Выбери классно, когда маленький. Много маленьких, когда больше поднимают, получается. И еще я один отвез. Ожем зеро. В лифте интернета нет. Ну давай. Еще один только что закрыл, 8-й. Ну, 8-й будет там плюс 9 злотых, может 8 злотых. Сколько? Это старые заказы, новые. Было 107, а стало. Ну давай. О, плюс 8,88. Ну и отлично. 116,25. Короче, я уже, народ, отключился. Сейчас 21.52. Я в 21.30 отключился. Взял он кружку. Кружку супер мега латте Макдональдс. И заметил, короче, такую тему.
Ваш заработок за день ноль. Выполнено поездок 8, 25 злотых. Посмотреть отчет за неделю. За неделю она мне пишет, что я в сети сегодня 5 часов 10 минут. И сделал я всего лишь 25 злотых. Короче, к чему я веду, народ? Uber, это глава. Короче, Uber, народ, это компания, которая зарабатывает миллионы долларов США в год, десятки, может сотни. А аппликацию сделать нормально они не могут просто. Ну просто тупо пацаны не в состоянии сделать, чтобы оно не лагало, короче, чтобы я сейчас не разбирался, не писал, типа, где мои деньги, типа. Ну я не знаю, вот оно даже последние поездки пишет, что нули. Последняя поездка была на 8.88, по-моему. Что-то оно не загружает, не подгружает. Ну, короче, а вот сервер недоступен уже, короче. Я понял. Ну, це Uber, пацаны. Це компания, которая зарабатывает миллиарды на вот этом приложении. Оно постоянно глючит у них. Такие дела, короче. Что еще хотел показать? Короче, вот это сегодняшний бонус. То, что я не сделал, потому что я выехал там полдня. Вот, а вот на завтра есть еще один бонус. Сейчас мы откроем, посмотрим. За 16 поездок 40 злотых дополнительно. Плюс, если поверх 16 еще 3 сделаешь, еще плюс 17 получишь. И потом еще 3, еще 31. Итого получается 40 плюс 30, 70, плюс 10, 80, плюс 7 и 1. 88 злотых завтра за 20, сколько? За 22 заказа можно плюс 88 злотых. То есть это где-то будет 300, 300, там, 30, вот так. Но сделаешь ли ты за день и бонус, он вот начинается с 10 утра до 22.00, то есть 12 часов он длится. То есть, в принципе, сделать реально, ну, достаточно реально, типа, сделать, но надо целый день ездить, короче. То есть, целый день отъездил, там, ну, я думаю, 300. Но завтра я постараюсь вот как раз к 10 вот быть тут уже, ну, где-то тут, в этой области. И пробовать уже ловить заказы. Ну, я думаю, завтра, конечно, буду повеселее. Ну, это сегодня, сколько там, 120, 116 злотых, да, получилось. Но оно глючит, короче, не показывает. Ну, вы видели в предыдущем там видео, когда оно еще не глючило. Но сегодня так слабовато, типа, ну, потому что сколько там, 5 часов онлайна, да, вот я вам показывал. Ну да, 5 часов 10 минут онлайн я был. И там 116. Ну, грубо говоря, там 20 час. Последнее обновление. Вот, короче, ладно. Встретимся уже с вами завтра. Я погнал спать, короче, спать, отдыхать. И постараемся завтра сделать все-таки вот этот вот бонус. Это то я уже сегодня не сделал, а вот это вот можно будет поднапрячься и бабахнуть полностью весь этот бонус. Плюс еще есть какой-то дополнительный бонус, вот он здесь, тоже завтра с 16 до 23.00, это тот, что я сегодня сделал бонус, ты получишь за 6 поездок плюс 25 злотых. То есть, грубо говоря, если сделать все, это получится 22 заказа, да, и это получится, ну, приблизительно, я не знаю, 300-350, может, да, там, 350 злотых, это за 12 часов, за все-все вместе со всеми бонусами. Ну, постараемся завтра сделать по максимуму, поработать, короче, не знаю, насколько хватит батареи, ну, а педали крутить так ногами я не хочу, типа. Ну, если хватит батареи на все бонусы, то сделаю, все нет, то нет. Посмотрим, короче. Я думаю, должно быть видно. 3 я уже сделал. 3 из 16. Сегодня бонус на 16. 33, 18. Сейчас у нас 13, 29. Ну, если будут, короче, короткие заказы, то я сделаю бонус. Если длинные, то я не сделаю вот эти даже 16. Потому что только что я вез 3,5 километра. Короче, вот этот последний.
двойной заказ. Двойной заказ я отменил. Короче, жду. Потому что очень далеко. Итого сейчас у нас есть 4 из 16. 48, 46 на 8 за 4 поездки. Сейчас покажу вам, в чем, собственно, сегодня. Сегодня первую я сделал, первый заказ 11.41. Сейчас уже 14.22. 3.1 километра, 22 минуты. Дальше 1.4 километра, тоже 22 минуты. 3.5 километра, 24 минуты. 3.6 километра, 26 минут. Короче, ну вот этот тупняк был заказ. Ну эти обычные, типа, ну просто что далеко. И, ну, не знаю, успею, не успею, короче, буду смотреть сейчас. Если будут нормальные заказы, короткие, тогда успеваю, если нет, то нет. Итого, народ, сделал еще сверху, короче, 6 заказов. Заказы были один за одним, короче, и телефон разрядился, на который снимаю, поэтому, короче, показываю сейчас. Вот это тут дополнительный бонус, 2.6 я уже сделал, сейчас на часах 17.09. За работу, но без бонуса, за 10 поездок, 103. Так, смотрим по бонусам. Какие бонусы мы, каким бонусом мы приближаемся? Вот, короче, бонус. Вот это раз, это первый. 10 из 16 и получим 40. Плюс вот второй параллельно идет бонус, второй. 2 из 6 получим 25 злотых. Так, по заказам, короче. Смотрите, вот заказы последние сегодня. Вот этот классный был. Ну, 20 минут, там дорога плохая. Ну, он короткий, короче, но нормальный, типа. И плюс еще в Макдональдсе ждал, это тоже тут учитывается время. 16 минут, тоже классно. Ну, то есть максимально приближаемся к бонусу, короче. 21 минута, 3,7 километра, 17 минут, 1,1 километра, тоже был классный, 26 минут, 2,4 километра, 1,8 километра, 13 минут, 26 минут, 3,6 километра, 24 минут, 3,5 километра, ну тут тоже короткий, 22 минуты. Вот, короче, если будут вот такие маленькие по 19, по 16 минут буду сделать заказ, то тогда я сделаю. Тогда я успею, ну, я успею сделать бонус вот этого. Вот этот я по-любому успею, потому что он до 23.00, сейчас только 5.21, 17.21, а он до 23.00. А вот, вот этот бонус, вот этот, то, что я хочу сегодня сделать по-любому, вот этот, конечно, под вопросом. Надо еще сделать 6 заказов. И у нас еще есть 5 часов 30 минут, потому что бонус до 21.59. Вот. Ну, идеально, конечно, сделать это плюс еще это. Ну, посмотрим. Так, ну вот, короче, этот бонус сделал еще пару-тройку заказов. Этот бонус, одна поездка, мы получим 25, сейчас 5 я сделал. Всего у нас 13 заказов за день, 134.45, то есть в среднем по 10 заказов. Плюс еще есть параллельный бонус, тут его не показывают. Так, вот он, 40 за 16. 40 за 16, нам надо его сделать. Осталось 3. Осталось 3 до 10 часов, есть еще 2 часа 50 минут. Ну, я надеюсь, я сделаю. Короче, писать неудобно, потому что хочу все-таки бонус сделать, чтобы не зря, короче, ездить день. Вот, хотя бы вот этот на 40, ну, на 3, плюс 3, 17 получить, но я думаю, это уже я не успею. Вот. По заказам, какие были заказы у меня? Заказы. Вот, только что я сделал 20 минут, 2,2 километра, ехал за 9.23, 2,6 километра за 26 минут и за 9.90 сделал.
Ну вот, вот это тоже, да, 3 литра за 17 минут. Вот, ну такие длинные, короче, надо парочку таких коротких по километру. Парочку коротких. Сейчас я сниму потом, как вот этот бонус я сделаю. И сниму потом, как сделаем бонус тут большой. Ровер мой. Телефончик. Сумка. Итак, первый бонус готов. Давай. Сейчас такой ответственный момент красивый будет, когда оно мне засчитает бонус. Но иногда Uber глючит и не показывает. 5 из 6. Подробнее. Бумс. Поздравляем, вы заработали 25 злотых. Супер. Так, итого, народ, смотрите, 169, 20, 14 поездок. Сейчас у меня вот еще одна есть, еще один заказ. И сейчас на часах 19:44. Самый ответственный момент. Господи, блин, отстань. Смотрим, короче. Смотрим, смотрим. Бонус. Оп. Выполнено. Поздравляем. Вы заработали 40 злотых. Выполнили несколько поездок и получите еще. Хоп. И следующий открылся бонус. Еще 3 поездки плюс 17 злотых, но уже на часах 20:33. Возможно, я не успею сделать. Так, смотрим, народ, на баланс. 380 злотых. 16 поездок я сегодня сделал. Бонус мне начислили. И вот тут 150 злотых. Это мне пришло за друга, короче. Сегодня друг пару часов назад выкатал вот эти 50 заказов, короче, своих первых. Ему сотку прислали вот буквально через пару часов. Мне вот 150. Я ему, они прислали и засчитали на баланс. Короче, что тут еще есть? Последний этот. Вот, но еще есть бонус. 3 плюс 3 заказа сделаю, дадут еще плюс 17 злотых, но уже 20:45. У меня еще вот висит заказ, останется 2. Ну, может быть, успею, может быть, нет, посмотрим. Смотрите, народ, показываю вам, почему нельзя сдаваться и всегда идти до конца. Короче, сейчас на часах 21:40, бонус заканчивается в 21:59. 16 я сделал, 40 получил. Дальше я сделал еще один. Вот. И осталось 2. Но 2 я уже не успеваю за 20 минут. Но мне повезло. И упал двойной заказ, короче. Вот, смотрите, тут пишет. Один я забрал, а вот получение второго заказа. То есть я сразу взял двойной заказ. И, короче, к вот этому плюс я получу еще вот эти вот 17 бесплатных злотых. Плюс 17 злотых сейчас. И все. И можно ехать домой. Супер. Ну, я счастлив, что так получилось. Спасибо Uber, что не подвел. Короче, и дал двойной заказ. Как раз в тему. 17-й. Сейчас будет 18-19. Два заказа. Один кебаб. Кебаб. Вон там он лежит, короче, в сумке на низу. Кебабчик. И сейчас тут забираю. Кухня индийская. Какой-то рис там, наверное, что-то, короче, к индийской. Вот, ну супер, народ. Включусь чуть позже, сейчас отвезу это и включусь к вам чуть позже и пообщаемся. Так, итого, народ, давайте подытожим, что получилось за день. За сегодняшний день, Мони пишет, 422 злотых, 83 гроша, 19 поездок. Бонус я сделал. Ну, вчера мы помним, да, вчера у нас было 5 часов 9 минут, 8 поездок, 116.25. Сегодня 422.83. Минус
минус. Минус 150 злотых, это которые я получил бонус. Так, 422 минус 150. Итого за сегодня, за 10 часов, первый заказ я сделал, я взял в 11.40. Сколько я, когда я взял первый заказ? Стоп. Сегодня. Да, 11.41 я взял первый заказ. И сейчас у нас 22.17. И за 10 часов, ну там 10 с копейками, в Uber 272 злота. Ну, я считаю, 10, ну, поделить на 10, это 27-20 в час. То есть, ну, в принципе, это хороший день. Ну, это не в принципе хороший день, это нормальный день. То есть, это вот что я хочу сказать, что то, что заказов нет, это все брехня. Заказы есть всегда. Так что, короче, ну, мы с вами покатались. Это доказали. В Uber, конечно, классно, что вот я типа 2 дня поработал. Где вот, подождите. 2 дня поработал, короче, 539 злотых, да, и во вторник, сегодня воскресенье, во вторник я уже получу деньги. Классно, что раз в неделю деньги выплачивают. Это, конечно, супер. Так что работать можно? Ну, работать можно и можно зарабатывать в Uber. И в Glovo, тоже классно, Glovo своя тема, в Uber, видите, своя тема, то есть там чуть длиннее получается заказы, тут видите 19, ну 19 коротких, ну в принципе я на велике, на спокойняке сделал 19 заказов, правда батарея осталась, видите, одна, 30% батареи осталось, ну батареи, как по мне, в Uber, ну я трачу больше. Поэтому, если ездить в Uber, то надо батарею покупать. Ну, добавлять туда. Я показывал уже в прошлом видео про Glovo. Я показывал, что там можно просто допаять. Там еще там сколько-то комплектов банок. И, короче, будет батарея больше. Вот. Что, народ, спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Вот если ты хочешь, чтобы ты зарабатывал в день вот столько, ставь лайк и подписка. И обязательно тогда ты станешь богатым и знаменитым. Вот если бы столько было бы, каждый день было бы круто. Ладно, народ, все, всем спасибо, всем пока.